Всем привет! В данный момент я нахожусь на полуострове Камчатка. Это река островная. Ловила я здесь в основном кижуча, гольца. Так что предлагаю вам посмотреть самые интересные моменты этой поездки. Перед вами мое любительское видео. Да, сразу. Да, такой тягун на глубине. Отлично. Вчера видал такую. Что? Вчера видал такую. На рафтинге был, считай. На рафтинге был, озеро видел. Чувыча поймал. Чувыча поймал, действительно. Не, в такой мутной воде, по-моему, он к мелякам все-таки тяготеет. И вот предыдущий кижуч клюнул как раз-таки под ногами уже там мелко. И этот тоже. Но тут что-то неплохое.
Мне так кажется, нет? Ну так, он ходит неплохо. Да нет, стандартный. Нет, самец. Самец. Ё-моё. Не-не-не, нормально. Он запутал леску вокруг себя просто. Ого. Атакует. Накрутил на себя лески уже. Иди сюда. Будем обниматься. Так, встретили такую птицу. Ё-моё. Он ручной. Пошел, пошел, медленно пошел. А мы тебе прикроем тут путь. Хоп. Я его гладил. Да ладно, клюв не открывай. Все нормально. Че ты тут спрятался за ветками? Кусаться будешь? Ему пофигу. Бум. Хороший. Рукой боюсь. Это он так наелся, да? Да. Ну пошевелиться не может. Че ты его. Ну ладно, не будем. Оп! Сел. Обалдеть. Ну ладно, сиди, отдыхай. Хороша. Ну ты хороша. Она сейчас в берег упрется в глину. Напоминает. Да, зато есть медведи. Там тоже медведи. Да, вот это рыбки. Самая сумасшедшая рыбка. Не, выйдет из берега она. Зачем ей в берег? О, на меня идет. Хорошая санка, да? Да, будет красивое видео. На легкую снасть одно удовольствие. Он еще не лакал, вот такой, вот.
Обалдеть. Вот это да. Красавчик. О, хорош.